Египетский суд оправдал Хосни Мубарака и семерых его соратников по обвинению в убийстве 239 демонстрантов во время массовых протестов 2011 года. Кроме того, бывший глава страны вместе с двумя сыновьями признаны невиновными в коррупции и нарушениях, связанных с поставками газа в Израиль. 86-летний Мубарак с мая 2014 года отбывает наказание в связи с делом о хищениях из общественных фондов. Из-за проблем со здоровьем он содержится в военном госпитале Маади. Эти обвинения с него не были сняты, так же, как и ответственность за ослабление страны в последние годы правления. По мнению суда, протесты 2011 года, приведшие к отстранению Мубарака от власти, были легитимными. Противники бывшего лидера с негодованием встретили оправдательный вердикт. Люди, собравшиеся у здания, рыдали и бросались на землю. Многие из них потеряли родственников в столкновениях с полицией 4 года назад. Находящиеся неподалеку сторонники Мубарака, напротив, торжествовали. «Никому тебя не сломить. Все египтяне любят тебя, старики и дети, грамотные и безграмотные. Мы преклоняемся перед тобой и, разумеется, согласны с вердиктом. Это не только твоя личная победа, но и победа всех сынов Египта». Хосни Мубарак находился у власти почти 30 лет. В 2011 году в результате массовых протестов он был свергнут. В столкновениях с полицией и проправительственными войсками тогда погибли около 900 человек.